Армении началось трудовое лето. Сегодня отряды мэра официально открыли сезон. В этом году будет 4 смены. Поработать смогут около 4000 подростков. Для них открыты вакансии. Экскурсоводов, библиотекарей, медрегистраторов, почтальонов, соцработников и не только. Самая многочисленная бригада, как и прежде, занимается благоустройством города. Работают дети по 3 часа в день, а в течение 2 недель. Наш город славит своей историей, архитектурой. Я в отряде благоустройства. Я выбрала этот отряд, потому что мне нравится озеленение и сажать цветы. То есть это плюс для города, и мне это очень нравится. В связи с тем, что минимальный размер оплаты труда в Тюменской области вырос, в сравнении с 2016 годом и выросла заработная плата подростков. И в среднем она составит около 3000 рублей. Сейчас формируют бригады, которые будут работать в августе. В последнюю смену подать документы необходимо до 13 июня.